Привет, мои любимые. Пускай фоном к этому видео будет китайская дота. Сейчас я все больше и больше времени уделяю своим любимым зрителям, отвечая на их комментарии и так далее. Скоро мы будем все больше и больше с вами играть в доту совместно. И поэтому в комментарии к этому видео пишите ваши любые вопросы, касаемые меня. Адекватные вопросы, само собой. И совсем скоро я отвечу на ваши вопросы. То есть это будет такая наша связь. Все, я жду.